Любишь отдыхать на природе с комфортом, не забывай убирать за собой мусор. Чтобы подать пример жителям региона, молодежь Кустанайского района, также волонтеры молодежного центра, представители регионального университета имени Ахмета Байтурсынова, надев перчатки, вооружившись мешками, отправились убирать мусор. Провести свои выходные на природе с семьей или в компании друзей, пожалуй, любит каждый человек. Однако после приятного времяпровождения, когда приходит пора собирать вещи и отправляться домой, многие отдыхающие оставляют после себя горы мусора. Так и превращаются излюбленные места отдыха в самые загрязненные. Кустанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова вместе вот с молодежным ресурсным центром Кустанайского района проводит такую масштабную экологическую акцию. Наша задача оказать, наверное, в первую очередь содействие нашему региону, ну и самое главное, это очистить те места, где наши жители любят отдыхать. Мы специально вот выехали на территорию Кустанайского района в лесопосадку. Здесь и выходные, и праздничные дни, и всегда очень много народу собирается, и, как правило, очень много мусора накапливается. За один день природу не очистить. Именно под таким девизом все те, кому не безразлична природа, вышли на экологический субботник на территории Кустанайского района. Мусора очень много, говорят убирающие. Только за один день активисты собрали и вывезли порядка 30 мешков. В общественном месте каждый человек, который сюда приехал отдохнуть, должен после себя оставить порядок. Если все будут выбрасывать мусор, где попало, в регионе не останется места, где мы сможем проводить свои выходные. Мы вышли на субботник, чтобы показать другим, неважно, ты оставил мусор или кто-то другой, не пройди мимо. В акции приняли участие 20 человек из молодежного ресурсного центра и сельскохозяйственного колледжа, 30 человек из Кустанайского областного университета вместе с преподавателями. Организаторы говорят, в будущем подобные мероприятия будут проводиться регулярно. Главное, что есть много молодых людей, которые хотят принять участие в акции. В этот день совместно с Кустанайским региональным университетом мы вышли на экологический субботник. Решили убираться на участке в лесопосадке, потому что именно здесь всегда отдыхают местные приезжие. Это одно из излюбленных мест для отдыха. Более 50 человек сегодня приняли участие в субботнике. К сожалению, недостаточно просто сказать «давайте беречь природу». Каждый должен начать с себя. Потому как окружающая нас красота зависима от человека, от его отношения к ней. Подобные мероприятия активисты намерены проводить на постоянной основе. Олжас Апаржанов, Манарбек Косколов, телеканал «Костанай».